Главное, она помогает не испортить отношения. Когда меня зовут куда-то выступить, а я не хочу, или я понимаю, что мне это не нужно, или мне не с чем туда идти, потому что сегодня мне нечего людям сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Я не могу обидеть этих людей и сказать им, нет, я не иду, или я занят, соврать не могу, там плохо себя чувствую. Я тогда называю сумму гонорара, которую изначально знаю, что они не смогут заплатить. И я говорю, да, вот, пожалуйста. И я слышу в их словах спасибо большое, такой замечательный, вежливый отказ. Вот такая хитрость. И мы потом встречаемся, здороваемся, улыбаемся. Вот. И советую многим, когда не хотите куда-то идти, не хотите что-либо делать, назовите что-то такое, чего те, кто вас зовет, не смогут исполнить.